Привет, меня зовут Василиса, и в этом видео я хотела бы дать краткий обзор на продукцию компании Fita. В набор входили шампунь, маска и легкое масло для волос. Сама серия была интенсивное увлажнение. К сожалению, я переснимаю это видео об этой продукции. Бутылочку от шампуня я выбросила, как и тюб от маски. И осталась только бутылочка, добитая мною от легкого масла. Для тех, кто хочет сразу получить ответ, совершенно не советую покупать этот набор, эту линейку. Никакого интенсивного увлажнения, которое обещает этот набор, вообще в помине нет. Я пользовалась шампунем как отдельно, так и с маской, так и все три продукта сразу. Ну и могу сказать, что когда вы пользуетесь просто шампунем, то волосы как мочалка. Когда добавляете маску, ну чуть-чуть получше. И когда уже пользуетесь тремя продуктами, то еще немножко лучше. Но в принципе у меня были продукты, которые в разы больше делали, чем эта серия. И, как я уже сказала, совершенно не советую. Из дополнительных недостатков это то, что в бутылочке только 2/3 продукта. И я понимаю, что тут просто размер шампуня подгоняли под размер всех остальных средств. И поэтому хоть продукта столько, сколько и пообещали, но если вы посмотрите внутрь бутылочки, то вы увидите только 2/3 бутылочки заполнено. Вначале я вообще подумала, что может быть кто-то, знаете, там на производстве сливает себе домой этот шампунь. Маска идет в алюминиевой тюбе, которая совершенно неудобна для того, чтобы доставать оттуда продукт, когда его остается мало, когда в душе с мокрыми руками. То есть еще один минус. Ну и масло, в принципе, неплохое, тоже ничего такого особенного не делает, но сказала бы, что если вы будете на средней длины волосы использовать больше, чем один или два пшика, то волосы могут становиться такого достаточно испачканного вида. Ну вот, в принципе, все. Хотела вас остановить, предотвратить покупку этого набора. Надеюсь, что вам это было полезно. И если вдруг вы попробовали этот набор и на вас он хорошо сработал, тоже, пожалуйста, дайте мне знать. Ну вот и все. Всем хорошего дня и всем удачи и пока!